Greetings everyone, and welcome to Metro Last Light Redux Edition. We're going to be doing a little something different today. We're going to be tackling the Tower, which is one of the DLC levels that's in Metro Last Light Redux. And we're going to beat this in a totally legit fashion. This may take a while, and I'm sure it'll be a tough one, but here we go. So the first thing we're going to do in our totally legit playthrough of the tower is that we're going to wait for these doors to open. Добрый день, капитан. Добрый день. Мы уж вас заждались. Я доцент Чукотский, можно просто Чук. Руководитель проекта по разработке виртуальных боевых тренажеров. Код темы — башня. А это моя правая рука, Анастасий. Можете его звать Геком. Итак, ближе к делу. Вот, собственно, тренажер, который вам предстоит испытывать. В общем, все просто. Садитесь в кресло, надевайте очки. Looks like a pretty sick gaming setup. Let's go ahead and get... Капитан, садитесь в кресло. I will. Anyways... Let's get on our sick VR gaming setup. Мне кажется, все хорошо. Попробуйте подвигаться, повертеть головой. Итак, это стартовая комната. В ней можно выбрать вооружение. Пройдите к стойке и возьмите оружие. Well, since we're playing on the normal difficulty on the totally legit playthrough, let's get all of them. Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Так как сейчас мы проводим испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, более подробных указаний мы дать не можем. Так что разбирайтесь, капитан. Активируйте задание, капитан. Wave-based shooting? Man, this will take a while. But since this is the totally legit playthrough, we can get this done faster. So let's begin. This will take forever. Let me pull out the totally legit strat. Поздравляю, капитан. Первое испытание завершено успешно. Man, that was the easiest thing ever. Добавлено новое образец оружия кустарного производства. Обратите внимание. Итак, вашим следующим противником будет новая форма жизни. Мутант Талпа Насута Меркулоза. Или, как говорят в простонародье, Носач. Теперь вы можете выбрать одно из заданий согласно вашим предпочтениям и возможностям. Man, that was the easiest round yet. Those human enemies were just chumps. Might as well change out the loadout just for our super legit run. Let's see. You know what, why not get a revolver and a duplex? Alright, oh boy, this is gonna take a while. Темнота. Тут, я думаю, объяснять нечего. Вся надежда на фонарь. Let's get the hardest one done first. It's gonna take a while on the totally legit playthrough. Проверь таймер. Так у меня всегда все в порядке, тут и проверять нечего. Да ну! А кто в прошлый раз 50 минут вместо 5 выставил? Забыл? Проверю. Таймер в порядке. Goodness gracious, this is gonna take forever then.
Well, might as well replace the revolver for the super legit playthrough. Yeah, get that. Oh boy, this is gonna be one long day. Орда, противников будет немного, а очень много. Очень, очень, очень много. Are you kidding me? Oh boy. Замечательно. Проверьте арсенал, капитан. Думаю, вам понравится. Да что сегодня такое с питанием? Гек, надо трансформатор проверить. Это не трансформатор. Это в реакторном утром ЧП было. Сейчас все на автоматике, но все равно. Понятно. Да, обидно. Надо будет выяснить подробности. Bro. Следующий этап. Это, так сказать, произвольная программа. Выбирайте противника сами, капитан. Впрочем, что бы вы ни выбрали, будет сложно. I don't know, man. The last few ones were just really difficult. Too difficult, I would say. But I think I can be able to pull through in this tough playthrough. Might as well get the better hardware for this one. Okay. And we shall continue. Невероятный результат. Просто невероятный. У нас опять появилось новое оружие. Последнее задание. Противодействие крупному противнику. Не забудьте взять соответствующий арсенал. Опять что-то со светом творится. Давайте приступать, пока совсем не отключили. Позже обсудим. Dang, it's shaping up to be a really tough boss battle. Time to get the right gear for this one. Okay, all or nothing. We're rolling all the dice here. We either get it or we don't. So let's go for the totally legit playthrough. Капитан, я хочу сделать историческое заявление. Программа испытаний выполнена в полном объеме. Техника отработала вполне приемлемо. Но вы, капитан, потрудились просто великолепно. Примите нашу искреннюю благодарность. Спасибо, товарищ капитан. Вас качать надо. Без вас мы бы не справились. Теперь уже черта с два они проект закроют. Man, that was one of the toughest challenges I ever faced. I hope I never have to do that again. So anyways, that's the end of the totally legit playthrough. The totally legit playthrough of Tower. So, further ado, we'll see you next time in the next video.